Утро начинается, как обычно, не с кофе. Здесь все было в воде. Я не знаю, с чем это связано. Второй день дурдома. Готов все забрать. Вот я ему подготовил. А вот этот вот домкрат. Все работало, так еще и кофе вчера попил. Все, почта России отправлена. Короче, только зашел домой. Три. Там 500 просмотров, 60 в избранном. Приехал зритель канала за товаром. Давай, удачи тебе. Даже скотча нет, чтобы хотя бы ручки сделать. Понял, начинается такая же фигня. Пипец, какой крутой. Правил, тебе удачи в продажах. Вот это шлифовальная машина. Один лот разделить на два. Я в шоке был от цены на доставку. И два веселых гуся. Короче, за неделю получилось вот такая вот сумма. Ребят, всем доброе утро. Утро начинается, как обычно, не с кофе, а с... Вот сейчас буду, короче, чистить чайники. И еще, кстати, по поводу вот этого, допустим, вот пылесоса робота. Вчера всю ночь пытался разобраться с влажной, короче, уборкой. Он должен еще влажной уборкой. А тут, оказывается, потом на коробке здесь написано «без влажной уборки». Короче, она не работает. Потому что я вчера залил воду, и здесь все было в воде. Я не знаю, с чем это связано. Придется, короче, этот робот-пылесос просто продавать, как просто обычный пылесос, не моющий. Поэтому как-то так. Так что сейчас надо вообще все проверять, абсолютно каждый товар. И уже сейчас я буду выставлять лоты. Ну как лоты, там товар, который я вот могу выставить для продажи, чтобы вы могли перепродать. Такой сейчас и буду, короче, выставлять. И еще буду сейчас на Авито все выставлять. Потому что я вчера до ночи, там, девушка фоткала, я проверял. Короче, вчера была вообще жесть на самом деле. Выставил я, кстати, на удивление, вот эти вот электрические плиты. Вот реально то, что я думал, что вот будет меньше всего просмотров, оказалось больше всего. Там я только выставил, за час было 17 просмотров, 3 в избранном. Короче, нормально. Еще сейчас надо обязательно инструменты будет выставлять. Вот задолбал. Короче, этот долбанный пылесос задолбал всю ночь. Вот он всю ночь что-то базарил. Там что-то вы не вставили, влажную уборку, как он меня задолбал. Я уже ночью аж встал, выключил его, потому что реально задолбал. Вот я проснулся, точнее девушка такая говорит, что пылесос что-то говорит. Я этот не понял, думаю, смотрю этот пылесос всю дорогу, что-то он говорил вечно, вот реально. Ну и там типа вы не вставили что-то влажную уборку, нужно почистить и тому подобное. Короче, ладно, ребят, сейчас буду все убирать, все проверять и выставлять уже. Короче, сейчас второй день дурдома. Вчера я выставлял товар в телегу. Так вот, буквально там через пару минут человек мне написал, что готов все забрать. Вот я ему подготовил. Я вчера, блин, до, я не знаю, наверное, до 11 часов ночи все это проверял, что все работало, потому что там есть браки у меня, но я чуть позже о них поговорю. И еще вчера ночью заказали цифровой эфирный приемник. Сейчас надо будет пойти его отправить почтой России, и через час мне его только что написал, позвонил, короче, мужик. А вот этот вот домкрат, он сейчас тоже приедет, короче, по адресу, так же, как и вот этот вот оптовик, но зритель канала сказал, что он там будет где-то к 2-3, а этот где-то через час, сейчас у нас 11, так что это сейчас я быстро сейчас пойду отправлю приемник. Потом вот этот за домкрат приедет. Короче, сегодня дел у меня просто уйма. Там еще на Авито пипец сколько сообщений. И на Авито, короче, я выставил пылесос Метаба, который, помните, я показывал, не думал, говорил, что там типа может насос это или что. Так вот, за него на сутки, за сутки, чтобы вы понимали, 500 просмотров, 60 в избранном. Я охренел. Короче, вообще жесть. Так что там еще сейчас надо будет поотвечать на Авито, там, потому что люди писали, что там что-то Авито доставкой, что-то готовы забрать. Так что неделька начинается у нас хорошо. А, еще, кстати, за вот эту вот кофемашину, я же ее тоже проверял. Я пошел в магазин и... Сейчас. И специально купил вот такой вот кофе. Ну, чтобы проверять все кофемашины, потому что мне, чтоб вообще ко мне претензий не было, чтобы точно все работало, так еще и кофе вчера попил. Кстати, нормально реально делает эта кофемашина, вообще нормально кофе.
Все, почта России отправлена. Иду домой, жду теперь, что приехал чувак за домкрат. Короче, только зашел домой, позвонил мужик, он приехал за домкратом. Сейчас я ему отдам ее, и сейчас еще домой приду, там еще один заказ, короче, упал. Вообще нормально. Три. Спасибо вам. Да, вам спасибо. Все, всего доброго. Удачного дня. Да, вам тоже, спасибо. Короче, еще один заказ упал. Вот этот вот пылесос, то, что я говорил, там 500 просмотров, 60 в избранном. Вот, человек сейчас заказал Боксбери, надо будет пойти ему сейчас и отправить его. Но я не знаю, дождусь человека за опт и потом отправлю, либо сейчас пойду отправлять пылесос. Короче, приехал зритель канала за товаром. Вот я ему собрал. Он уже ждет меня во дворе, поэтому сейчас уже с ним встретимся. Ну что, привет. Привет. Как добрался? Да нормально. Насчет этого. Так, я все в лифт занес. Ага. Окей. Я же говорю, я не знаю, оно поместится себе все. Ну, я думаю, что оно покажем кислород. Потому что, да, здесь. Окей. Ну, ты все вчера... Я все проверил, все рабочее. Я просто боялся, потому что у меня... Я, короче, 4 чайника вчера еще проверял, они все текут. Mm-hmm. Ну, которые я себе хотел оставить. Mm-hmm. И, блин, я думаю, вот эти вот, ну, вообще идеальные. Все? Дожало? Да не, нормально оно должно быть. Я думаю, не вылезет никуда. Не, пойдет. Не, ага. Все, давай, удачи все. Тебе. Спасибо. Напишешь мне, если что. Счастливо, все. Счастливо, да, давай. Да, удачи. Все, оптом я отдал, тебе удачи в продажах, еще спишемся с тобой. Сейчас, короче, я иду отправлять вот это Боксбери, и еще человек заказал вот этот вот опрыскиватель. Его надо будет сейчас пойти отправить почтой России. Блин, у меня даже скотча нет, чтобы хотя бы ручки сделать. Сейчас надо что-нибудь придумать. Короче, ходить сейчас пойти отправить сначала почтой России, потом домой, потом в Боксбери пойти. Такое себе увлечение, я так не хочу делать. Поэтому сейчас придумаем, может, из пакетов какие-то ручки сделаю, чтобы хотя бы просто донести до почты России и до Боксбери. Короче, сейчас еще один заказ упал. За вот эту вот приставку. Это я как понял, начинается такая же фигня с вот этими приставками. Кто смотрел мои прошлые видосы, там, где было их дофига, и мне их раскупили, начинается теперь с вот этим. Я как понял, приставка вообще тема-тема просто. Сбер или Тинькофф, без разницы, как тебе удобнее будет. Да, все, держи. Все, спасибо. Да не за что, счастливо. Ну чё, короче, третий день дурдома. Вчера я выставил такой маленький-маленький лот в телегу, чтобы, ну, вы также могли перепродать. Так вот, мне человек написал, что готов вот это все забрать. Здесь 3 чайника, 2 кофемолки, там воздухоувлажнитель один. Сейчас пойду отправлю ему почтой России, но я так подумал, я ему предложил, типа, закажи Авито доставку, ну, во-первых, дешевле так выйдет. Ну, в принципе, здесь просто не 20 килограмм, должно пройти, поэтому сейчас я схожу до почты России, заодно посмотрим, проканает или нет. Ну, с мышками канала, хотя они легче были, ну, короче, фиг его знает. И еще человек написал за воздухоувлажнитель, но этот воздухоувлажнитель я выставлял на второй аккаунт, который у девушки. Получается, что... Короче, он дорогой. И, короче, я как понял, это вот этот вот мойка, воздухоочиститель, короче, вот этот вот, он пипец какой крутой. Во-первых, он очень дорогой, ну, относительно для воздухоувлажнителя он дорогой. Он вот, ну, мы, короче, про него читали, там он пипец, там, чистит именно вот, ну, реально воздух, там, короче, крутая тема на самом деле, и человек написал, надо будет поехать с ним у метро встретиться, отдать ему. Но сначала я пойду отправлю вот это вот почтой России, а потом уже с воздухоувлажнителем. Все, я отправил, тебе удачи в продажах, и я охренел, там, 10 килограмм всего он весит, реально. А такое ощущение, что, я не знаю, наверное, килограмм 30 он где-то весит. Давайте на Тинькофф. Все? Да, да. Все, спасибо, до свидания, приятного пользования. Ребят, ну что, у нас, короче, сегодня 4-й день. Заказали пока только цифровой эфирный приемник. Сейчас пойду на почту России его отправить. И вот этот мелкий опыт, то, что я отправил зрителю канала, то, короче... Только ему отправил, я же пошел на почту России, мне начали звонить там за чайники. И, короче, я это просто все удалил. Ну, зачем, если я уже пообещал, что я отправлю.
Короче, совсем забыл, что у меня еще есть ящик с инструментами. Сейчас я его почистил, надо будет отфоткать и выставить его. И вот этот вот, и вот эта шлифовальная машина. Я сейчас как раз таки вот все здесь чищу, чтобы тоже можно было выставить. Ну, а с другой стороны, хорошо, что, ну, я не сразу выставил. Сейчас хотя бы, ну, объявления поднимутся благодаря и вот этим вот. Ну, там люди будут заходить в профиль, смотреть, тем более еще называется так, что, типа, там, скидка, так что, в принципе, нормально. Короче, вчера вечером я перебирал товар, сегодня у нас 5-й день, и решил выставить лот еще в телегу. Вот это надо будет пойти отправить одному человеку, он заказал авито доставкой Почты России. И вот этот вот маленький тоже надо будет пойти сейчас отправить Почтой России. Точнее, не сегодня, потому что сегодня воскресенье, не работает Почта России. И, короче, я просто разделил на двух человек, потому что вместе написали одновременно. Поэтому я решил один лот разделить на два. Так что как-то так. И, кстати, мне по поводу Авито писал человек, там что-то хотел, я уже не помню, заказать. Жесть, вы видели, как поднялись цены на Авито доставку? Пипец просто, я офигел, если честно. Человек там что-то писал за приставку мне, а она же в магазине стоит 1400, а я, короче, продаю там, ну, за 700 или 800 рублей. Так вот, человек мне пишет, что авито доставка ему там выходит 800 или 600 рублей, я офигел. Я думаю, а что, ну, как-то притихло немножко. Видимо, из-за того, что я просто зашел и начал сам смотреть, сколько стоит. Я в шоке был от цены на доставку, реально, я был просто в шоке. Я думаю, что вообще, это что за цены такие? Наверное, пока сейчас с Авито доставки будет меньше, потому что пока они не спустят цену. Такое бывало уже, когда Авито поднимали цены, но потом через пару дней, видимо, никто не заказывал, они их спускали. Я надеюсь, что сейчас тоже это произойдет, потому что больше всего на самом деле у меня, ну, заказывают, даже, ну, заказывают и пишут именно за Авито доставку. Поэтому как-то так. И если сегодня еще какой-то заказ упадет, я обязательно включусь и расскажу вам. Так, все, двум зрителям канала я отправил два лота, получается. Там один маленький, один чуть-чуть покрупнее. Все, удачи вам в продажах. И у нас сегодня 6-й день. Там люди вроде как писали за товар, но я сегодня никак не могу, поэтому 6-й день у нас, в принципе, прогорает. Потому что я не успею сегодня, у меня сегодня дела. Так что как-то так, ребят. Надеюсь, что смогу их перекинуть на завтра, если что, чтобы, ну, вот 7-й день я мог что-то еще продать. Потому что я сегодня реально не успею просто. Че, ребят, короче, подведем итог, потому что я 6-й и 7-й день не смогу вообще ничего продавать. Подведем только за 5 дней. Единственное, что вы почти весь товар у меня скупили с бытовой техникой. Я, короче, там себе оставлял чайники. Они текут. И одна кофемашина, она не работает. Я не знаю, в чем проблема. Это надо будет идти к ремонтникам, узнавать. Короче, за неделю получилась вот такая вот сумма. Единственное, здесь сразу хочу сказать, что у меня вышло в 15 тысяч. Это доставка и пакеты объявлений. Короче, пакеты объявлений я зря купил. Потому что я купил, короче, на бытовую технику 100 объявлений, а по факту вы у меня все разобрали, и у меня там осталось пару кофемашин, там, пару увлажнить. Еще остались роботы-пылесосы тоже, но за них пока тишина, как бы там есть в избранном, но писали люди за кофемашину мне сегодня, но я не успеваю сегодня ничего вообще продать, ни сегодня, ни завтра по факту, это 6-й и 7-й день, я буду занят. Так что, короче, как-то так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, понравился вам выпуск или нет. Нормально я заработал, получается, не за неделю, а за 5 дней, потому что я же говорю, что 6-й и 7-й день не смогу. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока.